Империя Великих Моголов существовала с 16 по 19 век и имела значительное влияние на Азию до самого конца. Сам термин «Империя Великих Моголов» был дан англичанами, колонизировавшими Индию. Сами жители империи так никогда себя не называли. Империя была основана в 16 веке потомком Тамерлана Мухаммадом Бабуром. Сам Мухаммад, который является первым правителем империи, отождествлял себя с монголами, поэтому термин «могол» так схож со словом «монгол». Империя Великих Моголов была мусульманской, но ее правительство не запрещало жителям завоеванных империей стран исповедовать свою религию. Но те, кто отказывались от ислама, должны были платить дополнительную пошлину. В течение многих столетий границы империи значительно менялись. В 19 веке, из-за различных разногласий, империя распалась на ряд государств. Так закончилась история империи Великих Моголов.